награждение проводит почетный вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Иванович Мелихов и директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Романович Курило. Спринте среди женщин за первое место награждается Дмитриева Ольга, Ульяновская область. Один стрелял, 1-1? Нет, 0-1. 0-1. Здорово. Этой нету, как ее, Глазырина, нет? Здесь. Здесь? Бежала? И третье место